Quindi siamo ancora altra. Se qualcuno ha molto che tenga stima, noi li tengo stima. Смотри, что у тебя есть там. Аня. Смотри, что у тебя есть. Что? Ничего не видишь. Она назад поведет. Ну что? Свет. Просыпайся, моя зайка. Поздравляю тебя с днем рождения. И всего тебе самого хорошего. А подарочек? Ребята, Аника решила выбрать сама. Приходим в магазин, и она выберет подарочек. Да? Кто хочет узнать, какой Аника себе выбрала подарок на день рождения, смотрите видео до конца, и вы узнаете. Да? Вот какие шарики у Аники есть. Красиво, Аня, тебе нравится? Она еще не проснулась. Соня. Ребята, мы уже приехали с Анютой выбирать подарочки на день рождения. Ну, пойдемте. Okay. Так, она тоже выбрала одну сошечку. Две уже. А полипоп, ну давай. Я уже. Вот это давай. Идем дальше. Смотри, видишь? Классно, 15 сюрпризов. Три игрушки последние. Почему она плачет? Смотри, плачет. Ну, плачет собачка. Значит, чтобы я не так, взяла. Что еще выбираем? Ты кто, Васка? Не знаю. Ты это лапка, собака какая-то. Вот это. Ой, да, точно. На поводке. А, ты вот эта собачка, да? Я хотела такого котика, ну ладно. Котика? Смотри, он на поводке. Он ходит, какает, за ним надо убирать. Да. Хотя что-то только такая есть. Ой, давай возьмем. Ой, смотри, розовый поделек есть. Я не хочу этого, поделека не хочу. Он хочет этого? Да. Он что-то делает. Ну посмотри, я знаю, что он делает. Подожди, положи. Вот сюда берешь. А курницу он какает и все. Давай не возьмем. Да, мама. Чашка. Это птички, смотри, они такие. Мама, смотри. Видеовод. Я его включила. Посмотри. Угу. Ой, такие собачки. Классно. Смотри. Ну, нажми на кнопочку, они тоже что-то делают. Они ничего не делают, дети. А просто пузик мягкий, да? Да. Так. О, смотри. Чучела. Мягкий фигурушек. Смотри, какие собаки он. Где? Смотри, с бантиком еще. Мама, я не хочу. Мама. Так, Аня передумала брать Поли Покет. Хочет что-то другое, да? Так, здесь давай тут посмотрим. Наборы для творчества. А ты здесь слаймы, Анечка. Где слаймы? Здесь разные слаймы. Это слайма нет. А это такой шариковый пластилин, да? Помнишь, у нас такой был? Когда ты маленькая была. Он липнет сильно, да. Смотри.
может, мы еще какие-то сюрпризы с тобой посмотрим? Давай. Давай. Подожди, еще здесь. Мама, это ты пластин. Все игрушки посмотрели. Я все игрушки посмотрели. Что здесь у нас? Ой, это Гарри Поттер. Серия Гарри Поттер игрушек. Это обычный. Это трансформер. Смотри. Это динозавры, Анечка. Это, по-моему, для мальчиков. Пошли. Да, это все для мальчиков. Идем в следующий посмотрим. Я хочу на посмотреть. Чемоданчики такие. Игрушки, смотрите, ребята. Прикольные, да? На них еще можно кататься. Коляски. Смотри, какой кролик прикольный. Ой, класс. Мама, он обычный. Обычный? Смотри. Смотри, я фиолетового. Ой, фламинго. Ань, смотри, какие прикольные. Фламинго, фламинго. Ой, вот это что-то такое интересное. Тоже птичка какая-то. Фламинго. А, фламинго. Смотри, смотри. Ням-нямчики. Ням-ням-нямчик. Ой, смотри, лес. Какая маленькая. Так, ребята, накупили целый кулек подарков. Да? Да. Сейчас покажем вам. Так, Анюта выбрала еще вот такую Лол Ремикс. Она музыкальная. Это какие-то новые куколки. Что там еще? Нет, значит 15. Вот такую куколку Джейки. 15 сюрпризов. Нет. Потом Анюта очень хотела Enchanted Mouse. Павлин. Вот такую куколку. И еще вот такой слайм. Пупси. Спаркл. Пупси. Да? Гриттерс. Это первая серия, по-моему. Сейчас посмотрим. А, вторая, да? Вторая. Да, вторая. Вторая серия. Вот такой слаймик в баночке. Ребята, смотрите, открыли мой Enchanted Mouse. Тут такой маленький птенчик, или это птичка с таким хвостиком. Птичка. А, это маленький павлинчик. Я говорю павлинчик. Подмигивающий павлинчик. Желтый у него чубчик. Ой. Салатовый даже, да, на нем? Да, вот Enchanted Mouse, и у нее снимается юбка. А зачем ты сразу раздеваешь? Ну, так хочу. И вот такая куколка павлин Enchanted Mouse. У Анюты когда-то была зайка. Да, и у нее скрутилась голова. У нее сломалась голова. Но Анюта хотела уже вот такую павлина с фиолетовыми волосами. Потому что я видела и сразу захотела. Да, и такая корона у нее зеленая. Это моя мечта. Мечта? Да. Зеленая. А почему она зеленая? Не знаю. Почему она зеленая? Ребята, мы уже приехали, сейчас будем открывать Лол Ремикс музыкальный сюрприз. Здесь у нас 15 сюрпризов. Музыкальная коробочка, барабан, палочки, одежка. И сама куколка с классной прической. Посмотрим, какая же нам попадется куколка. Ну что, ребятки, открываем коробочку. Здесь как она вообще открывается? Я не знаю. А давай стрелку дернем. У нас показано стрелка. А, вот, да, есть. Стрелочка. А, мне сложно. Дергай. А, это наклеечка просто. Ой. Ой, походу мы поломали. Ничего не поломали. А, здесь я тоже наклеечка, просто как коробочка открывается. Там у нас? Инструкция. Здесь, ребята, инструкция. Вот, смотрите, ребята, а сверху вот такая музыкальная коробочка. А там батарейки нужны. Да, там, наверное, есть батарейки. Вот она включается. Она уже включена. Я куколку нашла. Ребята, сразу много-много пакетиков, и сверху лежала куколка. Вот какая куколка в желтом таком футляре. А я тут и нашла что-то еще. Ребята, здесь очень много желтых пакетиков бумажных. На них написано Лол Сюрприз. Вот такой стикер. Нам попалось вот это. Наверное, редкая куколка. Нет, она обычная. Обычная. Ребята, вот вкладыш коллекционера. В этой коллекции 12 куколок.
Две редкие. Это королева кантри и барабанщица. Можно мне посмотреть? Нам попалось. Сейчас мы вам покажем. Вот, скорее всего, это Бенгал Бэйби. Я говорю. Мы так думаем, да? О, вот она. Она, да? Да, вон, видите, кучок маленький. Какие у нее шикарные волосы, ребята. И локоны зеленого цвета. Подойди. Просто крутая. Это у нее на левом глазе такая молния. Вот это рок-звезда. И сережки у нее молнии малиновые. Просто бомба куколка. Перчатки у нее такие в черную сеточку. Ой, походу я ее нашла. А это что? Ух ты! Это пластинка! Надо срочно музыку слушать. Пластинка желтого цвета. Это что? Теперь нам надо сюда положить пластинку. Давай послушаем музыку. Давай положи пластинку. И еще эту штуку надо поставить. Так, давай ставь. Ставили мы в эту музыкальную коробочку 3 мини-пальчиковых батарейки. И сейчас будем пробовать, как оно играет. Вот тут теперь. Вот какая музыка. Как она называется? Пластинку немножко прокрутите, музыка. Вау. А вот здесь, ребята, вот эта штучка еще внизу открывается. Вот. Вот открылась. Видишь? Она так. И туда можно ложить. Да, складывать. Вот. Я. Так, музыкальную коробочку мы разобрались, как она играет. Теперь будем одевать куколку, открывать пакетики. Оказывается, этот стикер — это кусочек текста песни. И если мы соберем все кусочки, у нас будет целая песня на английском языке. Так. Открываем бумажные пакетики. Так, открывай. Подавала. Это его! Это попался синтезатор. Я хочу еще раз. Я открываю. Вау, это резиночки такие. Ух ты, я... это резиночки для куколки, чтобы делать ей прическу. Класс. А и две черные с салатовыми бантиками. Следующий пакетик. Ой, подставка. Подставка для куколки. А это что у нас? Открываем пакетик. Ой, ботиночки. Так, где там у нас куколка? Вот пальтиночки маленькие. Вау, маленькие крошечные такие туфельки с помпончиками. Она может играть, смотри. Ну, она же рок-звезда. Смотри. Вот Она так играет. Так, следующий пакетик. Подожди, туфельки надо одеть ей. Обули мы ей эти туфельки. Подождите, я тут кучок. Смотрите, ребята, там здесь маленький кучок. Маленькие такие. Кучок. Завиток. Такой. Маленький. Разноцветный пряди, да? Вау. Бутылка! Ой, это козеровка. Козеровка? Вау. Такая бутылочка очень интересная. Козевочка. Такая яркая. Яркая. А малиновая, смотрите, с таким узорчиком. Волнистым и желтой крышечкой. Давай открываем. Что там, что там? Ребята, здесь попался нам ремешок для синтезатора. Два пакетика, давай открывай. Я выберу. Хочу вот этот. Что тут? Открываем. И что тут поднимает? Видите? Мне интересно. Там ожерелье, там ожерелье. А где ожерелье? Здесь гребешок плотненький, не салатовый. Такой салатовый гребешок. Открываем пакетик. Платье! Вау, с ожерельем. Красивое я платье. Я не ожидала платье. Сделано как с ожерельем, да? Да. Очень яркое тоже, малиновое. Салатовый узор. Ну вау, просто с таким брюшиком. Сейчас мы оденем, ребята, покажем. Ребят, смотрите, какая классная рок-звезда нам попалась. И песенка такая. Давай.
Вау, тебе нравится куколка? Что, будем еще такие покупать? Да, и у нее еще есть питомцы такие. Да, еще потом купим питомцы, тоже откроем, вам покажем.